Представьте, будущее, 2053 год. Света узнает, что все ученики, что не сдадут экзамен по математике, будут уничтожены. Света, это катастрофа! Тебя сотрут! Катастрофа, что в 53-м году письма все так же приходят по почте. Света, завещай мне свои шмотки! Я ее подтяну. У нас есть еще 3 дня. Давай, я согласна учиться. Итак, и Кассандр, это многогранник. Пишу завещание. Не надо паники, у меня есть решение. Бабулечка, бабуля! Вот. Это улучшенная копия Светы. Сестра-близнец? Это клон. Она сдаст за тебя экзамен.